Оборона города-крепости продолжается. Такое заявление по поводу Бахмута сделал командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский во время встречи с военнослужащими. Вы выполняете важную задачу, потому что даете нам время на подготовку резервов. Надо их бить. Причем не просто бить, а пинка под зад и выгнать прочь. Из-за кордона. Сырский также заявил в ходе встречи, что ситуация вокруг Бахмута остается сложной. Все попытки противника захватить город отбиваются артиллерией, танками и другими огневыми средствами. Меньше чем за одну неделю с 6 марта только на Бахмутском направлении удалось уничтожить более 1100 солдат противника. А это безвозвратные потери России, потери там, под Бахмутом. Плюс еще не менее 1500 санитарных потерь противника. Это ранения, несовместимые с продолжением боевых действий. Плюс уничтожены десятки единиц техники противника. Плюс сожжены российские склады боеприпасов. Более 10. Интенсивность боев за Бахмут подтверждается и новыми высказываниями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На Бахмуте обстановка тяжелая, очень тяжелая. Противник грызется за каждый метр. И чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерии работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы. Что касается боеприпасов, я вчера сделал реверансов 550 штук. Так что просто даже самые отъявленные нарциссы могут ими умыться. Ожидал, что будет хоть какая-то реакция. Реакции нет. Аналитики Американского института изучения войны считают, что в российском Минобороны, вероятно, могут намеренно ослаблять позиции ЧВК «Вагнер» в Бахмуте, чтобы подорвать политические амбиции Пригожина. При этом на фоне отсутствия каких-либо достижений на бахмутском направлении Минобороны РФ опубликовала сегодня кадры, на которых, как сообщается, показано успешное отражение российской морской пехотой атаки украинских диверсантов. Однако ни дата, ни место съемки не называются. Зато стали известны новые подробности в резонансной истории с расстрелом украинского военнопленного Александра Мациевского. Сегодня МИД Молдовы сделал заявление о том, что Мациевский был гражданином Молдовы. В ведомстве выразили соболезнования его родным и близким, заявили о солидарности с украинским народом и осудили жестокую войну Российской Федерации против Украины. После подтверждения украинской стороной того, что украинский солдат, казненный российскими солдатами, является Александром Мациевским, Министерство иностранных дел и европейской интеграции решительно осуждает убийство гражданина Молдовы, которое можно квалифицировать как военное преступление и грубое нарушение международного гуманитарного права. И накануне стало известно, что Мациевский награжден посмертно высшей государственной наградой Украины. Светлая память. Светлая память всем, кто отдал свои жизни за Украину. Всем тем, кого мы чествуем, когда говорим «Слава Украине!». Слава Украине! Сегодня я присвоил звание Героя Украины солдату Александру Мациевскому. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность в Украине и за его слова «Слава Украине!». Слава Украине. Кроме того, президент Зеленский в своем обращении сообщил, что после массированных российских обстрелов полностью восстановлено электроснабжение в Харькове и на территории всей Житомирской области и поблагодарил всех, кто работал над этим.